Дантон был прав. Бросайте все! Что, уезжаете? Франсуа Анрио, якобинец, жестокий убийца. Жирондисты были против кровавой бойни, устроенной Робеспьером. Мы полагаем, что ассамблее не следует осуждать людей на смерть. Но Робеспьер не сторонник плюрализма. Он дал распоряжение арестовать всех жирондистов. Друг мой, вы сошли с ума! Решили натравить мясника на депутатов конвента! Уберите руки! Спорить с Робеспьером осмелился лишь Дантон. Мои собратья в конвенте выступят против вас! Да, без башки особо не выступишь. Так, едем с остальными! Помогите жирондистам бежать! Надо предупредить как можно больше жирондистов, что Анрио уже в пути. В чем дело? Это возмутительно. Идите, жду вашего знака. Гражданин, задержись! Спасибо, я буду готов. Отлично, вы предупредили всех. Ваша следующая задача – отвлечь стражников. Ступайте к Бастилии.
Черт! Куда он делся? А так по тебе легче! Не двигайся! Иди сюда, червяк! Я тебя в порошок! А теперь висеть! Негодяй! Не сбежишь! Отличная поленница. Поджечь ее – лучший способ привлечь внимание стражников. И что это? Теперь ты мой! Я тебя раздавлю, прыщ! Прекрасно. Жирандисты будут ждать вас у арсенала. Нужно вывести их из Парижа.
Жирандисты прячутся в стоках под зданием. Похоже, они не могут выбраться. Что за чёрт? Ты лишь помеха! Поглядите, как устал! Шлю свой поклон Д'Антону. Спасибо за все. Благодарим. Вы нас спасли. Спасибо. Я думал не уйти. Благодарю. Берег чист. Они доберутся без происшествий. Отлично. Thank you.